Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире второй выпуск совместного проекта телеканала «Плеханов ТВ» и Центра по корпоративной культуре и связям с общественностью университета. Наш цикл называется «Первый экономический. 110 лет во благо России». Я надеюсь, вы не забыли, о чем мы говорили в прошлый раз? Верно, мы говорили о появлении в Москве в конце позапрошлого века общества распространения коммерческого образования. А сегодня я расскажу вам об открытии торговых классов и мужского и женского коммерческих училищ. В первую очередь Марко занялось образованием взрослых служащих торгово-промышленных предприятий. В сентябре 1898 года открылись торговые классы – новое уникальное учебное заведение, куда сразу приняли более 1500 слушателей. В первом параграфе устава торговых классов говорилось, что они имеют целью сообщать лицам всех возрастов не моложе 12 лет, преимущественно состоявших на службе в торгово-промышленных учреждениях, коммерческие знания, необходимые в торговом деле. Заведовал торговыми классами Александр Николаевич Глаголев. На юго-западной башенке, построенного через несколько лет здания женского училища, появилась надпись «Глаголевские торговые классы». Учебное заведение состояло из подготовительного класса, младшего и старшего общеобразовательных курсов и младшего и старшего курсов товароведения. В подготовительном классе обучение было бесплатным. В качестве слушателей принимались лица, имевшие начальное образование, хотя работали подготовительные курсы и для совершенно неграмотных. Общее количество курсов в разные годы варьировалось от 19 до 162 в разных районах Москвы. Торговым классам фактически принадлежала роль народного университета. Состав слушателей был очень пестрым. И по возрасту, и по социальному положению. Рядом за партами сидели приказчики, конторщики, мелкие лавочники, студенты, домашние учительницы, из мещан, крестьян, а порой и дворян от 12 до 60 лет. Но в большинстве своем это были холостые молодые люди примерно 25 лет. Сразу после основания торговых классов общество стало думать об открытии мужского коммерческого училища, среднего учебного заведения для молодежи с отрочества, готовящейся стать на дорогу своих отцов, собственников коммерческих предприятий. На исходе XIX века члены Московского общества распространения коммерческого образования пожертвовали для этой цели 60 тысяч рублей. А в марте 1901 года купцы Протопоповы, братья Степан, Николай и Алексей, подарили свое земельное владение по Стремянному переулку. Стоимость участка была огромной – около 90 тысяч рублей. Старые деревянные строения были снесены, оставлен только небольшой, окруженный прекрасным фруктовым садом особнячок, где с 9 сентября 1901 года начало свою работу мужское коммерческое училище «Марко». Осенью 1903 года училище переехало в новое прекрасное здание, спроектированное и построенное замечательным русским инженером-архитектором, приверженцем модерна Александром Устиновичем Зеленко. В училище, которое с 1904 года по высочайшему соизволению стало именоваться в честь цесаревича Алексея, обучались выходцы из всех сословий разных вероисповеданий. На двухгодичное приготовительное отделение принимали с 8 лет, а с 10 можно было поступить на основное, семиклассное. Почти все окончившие Алексеевское училище получали звание личного почетного гражданина. История женского коммерческого училища еще интереснее. Представьте, патриархальная старозаветная матушка Россия. Ущемлены права женщин в плане образования, особенно технического, медицинского и коммерческого. Но прагматичные, дальновидные и очень прогрессивные люди, коими являлись члены Марко, очень заинтересовались идеей женского коммерческого образования. Деловой, предприимчивой и всегда экономной российской женщине, решили они, можно доверить управление не только домашним хозяйством. Культурное развитие нашего времени во всем цивилизованном мире рядом с образованием мужчины
ставит образование женщины. Матери и жены уже должны понимать жизнь и уметь ясными глазами и спокойным умом разбираться в явлениях окружающего мира. Кроме того, женщина 20 века уже является деятельной участницей в трудовой жизни, писал исследователь истории Марко Арсений Ляхов в 1912 году. Таким образом, и мужское училище не могло оставаться одиноким, его дополнение должно было явиться. И явление это не заставило долго себя ждать. В 1903 году было открыто женское коммерческое училище, первое в России. Здание для него было построено в 1905 году. Вам оно прекрасно известно, это нынешний 4-й корпус университета. Преподавание в этих училищах было построено на новых педагогических началах. Здесь нашли применение блестящий педагогический талант, организаторские способности и необыкновенные доброта и сердечность Александра Николаевича Глаголева, одного из основателей и первого директора обоих коммерческих училищ. Это был педагог, руководитель нового типа. Педагогические идеи Александра Николаевича были запечатлены особым прекраснодушием, соединенным, что редко бывает, с неутомимой энергией и трезвым взглядом на явления жизни. Программа училища была построена на мысли, что создавать нужно только человека вообще, но никак не того или иного специалиста, представителя профессии или класса. Преподаваемый материал должен будить мысль. Преемники Александра Николаевича в должности директора училищ не вводили особых перемен и поддерживали установившийся тон и педагогические традиции. Оба коммерческие училища успешно работали до 1918 года, когда были объединены во второй промышленно-экономический техникум имени Плеханова, который готовил специалистов среднего звена до 1931 года. Это был очередной выпуск телепроекта «Первый экономический. 110 лет во благо России». Мы рассказали вам об открытии торговых классов и коммерческих училищ Московского общества распространения коммерческого образования. Из следующей серии вы узнаете о домовом храме, о главной храмовой иконе, о священниках, служивших в училищах и Московском коммерческом институте, о том, как церковь была закрыта и почти через 100 лет отреставрированная вновь распахнула свои двери. С вами была руководитель отдела историко-культурного наследия университета Светлана Колосовская. До новой встречи!